поразило, насколько все может быть спонтанно. Когда ты импровизируешь, и в этот момент ты понимаешь, что твой партнер делает что-то абсолютно другое, но тебе это нравится. Когда я пришел на хоро, я там довольно четко начал понимать некоторые вещи, которые связаны с тем, что значит быть мужчиной каждодневно, что значит вести, что значит быть инициативным, что значит раскрывать женщину. Пойдем на хоро? Я говорю, ну пойдем. Когда я пришла, мне очень понравилась атмосфера. Она абсолютно другая по сравнению вот со всем остальным городом. Здесь все люди тебе рады, здесь тепло. Здесь нет случайных людей. Открытые люди очень, очень эмоциональные. Мне захотелось стать такими же, как и они. Хоро для меня – это мой мир, где я тот, кем я хочу быть, и где я полностью отдаю себя человеку, который со мной танцует. То есть это обмен энергией. Это что-то восхитительное. И это танец, в котором я отдыхаю. Я не думаю ни о постуре, ни о шагах, ни о ведении. Я просто танцую с партнершей. В этом, наверное, вся прелесть хоро. Вот эти две вещи – контакт и баланс. Это просто… Понимаешь, я работаю через это над качеством всей моей жизни. Мне нравится этот танец, потому что он живой, яркий, он настоящий. Здесь нет соревнований. Я начинаю верить в себя, другие люди начинают верить в меня. И от этого чувства очень сложно избавиться, от него сложно уйти. Оно очень прикольное. Go-go.